перегорела лампочка ближнего света, решил поменять и столкнулся с проблемой. У нас вот здесь вот стоит вот этот вот бачок с антифризом. Вот он раз был, вот. И вот он два. Вот. Вот. И не подлезть к этой скважине, куда ставится лампа эта, никак. Пока не открутите бачок. Нужен ключ на 10. Здесь можно и рожковым, в принципе. И здесь мы рожковым откручивали. Но тут он плохо им подлазит. Надо накидной ключ раздвижной. Вот. Лампочка H7. Я вам фото приложу, какую лампу взял. Вот. Такая проблема. Kia Ceed SV. На обычных Ceed'ах то же самое. Вот так. Так, вот лампа. Осрам. Капасарам. H7, 250 рублей. Вот, выглядит. Все, ставим. Сейчас будем проверять. Так. Включим свет. Опа. Вот у нас здесь горит, а здесь горит тоже. Вот такая вот замена. Лампулечки ближнего света на Kia Ceed. Снова вот теперь бачок антифриза на место ставим. Ну. Вот так вот, ребят, придется заморочиться вам. Все, всем пока.